Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Ragear RG655 вставить сим-карту и карту памяти. Для данной операции нам пригодится такого рода инструмент. Чтобы изъять слот под сим-карту и карту памяти, берем наше устройство, находим здесь слот под сим-карту и карту памяти, убираем защиту. Затем, чтобы вытащить слот, вставляем инструмент в дырку возле слота здесь. Слот выскакивает. Затем можем подтянуть его так. О, достаем наш слот. И затем сюда по форме вставляем карту памяти. И сюда сим-карту. И затем в том же виде вставляем обратно в устройство. И как вы видите, пишет синхронизация контактов сим-карты, что является подтверждением тому, что сим-карта читается, и также оповещение SD-карта обнаружено, что является подтверждением тому, что карта памяти тоже читается. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока!